Поверните налево. Всем привет! Мы отправляемся в новый рейс. Наш рейс будет на грузовике Renault Premium. Кузов и прицеп – тентовые фургоны. Сегодня мы работаем на компанию Renar Logistic. Наш груз – медицинское оборудование. Загружаемся в городе Копенгаген, Дания, и доставим наш груз в город Кировск, Россия. Длина рейса – 1568 километров. Водителя зовут Сергей. Приятного просмотра. Держитесь левее, а затем поверните налево. Поверните налево. Держитесь правее, а затем съезд. Съезд. Поверните направо. Держитесь правее, а затем держитесь правее. Держитесь правее, а затем съезд. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Держитесь правее, а затем поверните направо. Поверните направо. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо.
На этом все. Отключаюсь. Алгоритм поездки готов. Поверните налево. Держитесь левее, а затем поверните налево. Поверните налево.
затем поверните направо. Поверните направо. Круговое движение. Второй съезд.
съезд. Круговое движение. Второй съезд. Съезд. Круговое движение. Второй съезд. Съезд. Круговое движение. Второй съезд. Съезд. Круговое движение. Первый съезд. Съезд.
300 метров. Поверните налево. Поверните налево. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Круговое движение. Третий съезд. Съезд. Есть новый маршрут. Едем. Прямо. Поверните налево. Поверните налево. Поверните налево. Нашла новый путь. Мне не сложно.
Есть новый маршрут. Едем. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево. Маршрут перестроен. Развернитесь. Нашла новый путь. Мне не сложно. Есть новый маршрут. Едем.
круговое движение. Первый съезд. Съезд. Держитесь правее, а затем съезд. Съезд. Поверните направо. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо, а затем поверните налево. Поверните налево. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Держитесь правее, а затем поверните направо. Поверните направо. Прямо.
300 метров. Поверните направо. Поверните направо. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Держитесь правее, а затем поверните направо. Поверните направо. Теперь давайте вспомним, как выглядит дефолтная Польша. Круговое движение. Первый съезд. Съезд. Круговое движение. Третий съезд. Съезд.
Поверните направо. Метров. Поверните направо. Поверните направо. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо.
прямо. Держитесь левее, а затем поверните налево. Поверните налево. Круговое движение. Второй съезд. Съезд.
метров. Поверните налево. Поверните налево. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево.
Круговое движение. Первый съезд. Съезд. Круговое движение. Первый съезд. Съезд. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево.
круговое движение. Второй — съезд. Съезд. У вас кусты железобетонные, что ли? Составила алгоритм поездки.
Нашла новый путь. Мне несложно. Круговое движение. Второй съезд. Съезд. Круговое движение. Второй съезд. Съезд. Держитесь левее. Новый маршрут. Едем. Через 300 метров поверните. Поверните направо.
метров. Поверните налево. Поверните налево. Круговое движение. Третий съезд. Второй съезд. Съезд.
Поверните направо. Поверните налево. Метров. Поверните налево. Поверните налево. Держитесь правее.
Маршрут перестроен. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево. Круговое движение. Второй съезд. Съезд. Поверните направо. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Метров. Поверните налево. Поверните налево.
Держитесь левее, а затем поверните налево. Поверните налево. Нашла новый путь. Мне не сложно. Круговое движение. Второй. Съезд. Съезд. Поверните направо. Круговое движение. Второй. Съезд. Съезд.
300 метров. Поверните направо. Поверните направо. Обновили Реношку. Ну а то что, она у нас не бита, не крашена. Держитесь правее, а затем поверните направо. Поверните направо.
300 метров. Поверните налево. Поверните налево. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево, а затем поверните направо. Поверните направо. Вы приехали. Если тебе понравилось это видео, поставь, пожалуйста, свой царский лайк.